Всем привет, с вами Коба. Сегодня я буду играть на Advanced RP Blue сервере. И кто следит за моей группой ВКонтакте, Розетка ТВ, тот уже знает, что мы со Славой пошли на Advanced RP Blue. Потому что у Славы на Ониксе бан, на Сильвере его тоже забанили. Не, на Ониксе аккаунт просто украли, да. Ну и в общем, мы долго выбирали сервер, на который пойдем, то есть мы хотим вместе играть ВВС, то есть вместе подниматься и, в общем, так далее, надеюсь, вы поняли. Ну и, в общем, через сайт random.org выбрали, ну, то есть там, из Advanced, то есть мы решили вообще пойти на Advanced изначально, и, в общем, начали выбирать там из пяти серверов, которые там, ну, вот, то есть все Orange, Blue, естественно, и... То есть Red и, в общем, ну еще что-то я уже не помню. Ну и, в общем, вот, то есть я уже третий левел в армии, играю здесь уже. Ай, ну не знаю, как посмотреть. К сожалению, тут нельзя смотреть, сколько дней, наверное. Ну, в общем, зарегистрировался я, не знаю, неделю-то точно назад. Ну, в общем, вот. Третий левел, то есть вот. Номер телефона 495812. Это не рандомный телефон, это я его сам изменил. В общем, его запомнить очень легко. 495 это код, телефонный код Москвы. И 812 телефонный код Питера. То есть, вот так вот. Ну, то есть, блатных номеров, естественно, не осталось. Ну и, в общем, я легкий для себя и для друзей выбрал. Ну, думаю, вы тоже запомните. Указывайте мой ник при регистрации, хотя, в принципе, у меня 7 лямов. Поднял я его в казино. Вот. Ну, поднял где-то в одноруком бандите ляма 3, наверное. И еще, то есть просто бросая кости там, дис, дайс, команда в частном казино, вот. Ну и, в общем, заходим все сюда. Пишите вообще лайки, если... То есть ставьте лайки, если вам нравится, что мы пошли на Advance. Но, к сожалению, Слава сейчас, видимо, в школе. Ой. Ну и, в общем, он не в сети. Вот Сильва Кавалера. Это его дом. То есть рядом у нас дома с ВВС. И также, наверное, многие помнят такого человека, как Бивис Маузер, то есть Максим. Он, в общем, он Бивис Кавалера. То есть здесь еще много таких свободных домов, и поэтому вы здесь тоже можете жить, то есть все наши друзья, ну и вы в том числе можете здесь купить себе хату. У меня автомобиль туризма. HD текстуры. Я не помню, где их находил, поэтому не могу вам сейчас скинуть их. Вот, надеюсь, меня сейчас лучше слышно. Ну, хотя и так вроде нормально было, ну, в общем. Вот, типа, крест. Кресты кавалеры. Ставьте такой же номер. Так, ну и, в общем-то, сейчас я вам покажу, не знаю, ВВС систему. Сейчас доеду. И, кстати, я забыл вам сказать, указывайте фамилию Кавалера тоже при регистрации, если, конечно, хотите. Ну, то есть, типа, будете в нашей семье, это будет круто. Так, ну и, в общем... Ой-ой-ой. А, не, нормально. Много больного я, кстати. Реально, еще и лидер в сети. Вообще все в сети. Это, конечно, отстойно, но... В принципе, ничего плохого-то и нет. Здесь я просто буду играть нормально. Не как на всех серверах. То есть, прям по РП все и... Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Может, конечно, мне надоест. Так. Посмотрим сейчас МН. Статистика, сколько у меня металла. Металл 6, вот, отлично. Ой-ой-ой, там уже рашит. Ой, все, капец. Труба. Нахрена я вообще сюда приехал? Ну, вообще, бред весь в том, что не дают... А, ну патроны все равно остались.
В общем, не дают нам, рядовым, брать вообще норму оружия вообще никогда. То есть, если спрашивать, вообще бесполезно, надо просто самому идти. Это, я считаю, бред, потому что не должен быть лидер. Быть. Ну и, конечно, хотя еврей, если то нормально. Но если вот русский, то... Почему? То есть и на шамалях можно было бы летать, если бы лидер был русский. Ну, не знаю, какой он по национальности, вот этот вот Лео. Он, кстати, уже вышел почему-то, ну ладно. В общем, если лидер русский, если вы русский и встанете на лидерку, то, знаете, вы должны всегда разрешать солдатам норму патрон, на полигон. Нифига, какой нон-РП, ну ладно. Нон-РП патроны. Ой, то есть... полигон какой нон-РП патроны. Что я вообще сказал? Так, мейган. Второй. Два, пять. Все-таки успел. И смотрите, у меня Тифа, якобы приватные модельки оружия. Синие. Но они мне не очень, конечно, нравятся, но все равно это лучше, чем стандартные текстуры. Но я не думаю, что это приватные модельки. Ну, то есть меня скинул подписчик, но, по-моему, они на приватные вообще не тянут никак. То есть такой вот, я не люблю вот такой яркий, фу, вот просто отстой. На булке тут на красный. Чес, да ладно. Ну и в общем, вы разрешаете шамали брать, если вы будете лидером и русский. То есть вот самый лучший лидер — это тот лидер, который понимает своих подчиненных. И все, естественно, были сами когда-то рядовыми, так что я не понимаю, зачем стоять на лидерке вот так вот. То есть, ну, в общем, ладно. Это не суть. Да вообще 90% тех, кто стоит на лидерке, вы, может быть, входите или входили в Т10. А ну ладно, в общем, я не буду говорить, чтобы никого не обидеть. Потому что многие уже обижались. Так, пойди. Надо еще бронежилет как-то взять. Ну, не знаю, там час, может, уже прошло. Может, и нет вообще. Ну, релогаться, кстати, то есть, как бы местоположение у меня охрененное. Если я умираю в ЛВ, я появляюсь в ЛВ-больке. И недалеко бежать до дома. И недалеко бежать до... То есть, ехать до базы. То есть, местоположение шикарное. Да и интерьер, и вообще дом сам вот просто офигенный. Реально, это очень классно. Ну, вы сами видели, в принципе. Ночью там вообще светит фиолетовым. Тоже прикольно вообще. О, планки, сигнализация сработала. Вот это да, сейчас пойдем разбираться вообще. Ну, 5 патрон, конечно, и 0% дилгла. Это плохо. Ну, в армию я пошел, естественно, чтобы покачать скиллы. Я ж не дебил. Потом пойду не знаю куда даже. Возможно, в мэрию, возможно, реально останусь в ВВС. Опять тут повышаться, как на даймонде, как на триленте. Но проблема вся в том, что у меня не хватает терпения. Я не выдерживаю. То есть это очень все долго, это муторно. Все эти повышения долбаные. Ну, то есть вот, как повысить, так повысить. Пока я скриншотов делать не собираюсь. Сначала качну диглэмку на сотку. Потом уволюсь, короче, пятый левел получу. Потом снова вступлю, но уже на контрактную службу на третий ранг. Вот, то есть у меня такой хитрый план. А можно, кстати, даже и не увольняться, наверное, ну фиг знает. Ладно, так. Какая падла там мой автомобиль трогала? А, кстати, а, он же на этом остался, точно. Вот отстой. Мне нравится на Advance то, что как бы сервер не так сильно, не так много этого долбанного РП. То есть там заправка очень все просто, как бы. И кому, ну, то есть не вылетают, типа, ну, вот эти вот диалоги. Ой, чмо. Ладно, то есть. Так, МН. Ну, ой, черт возьми, я хотел сказать. Так, все нормально. Нифига себе, 8 килограмм металла. Не жирно ли ему?
Так. Ой-ой-ой-ой. Адванс как-то, не знаю, как-то. Old school. Да и тут тоже, в принципе, делают обновление, так что не знаю, чем Diamond лучше. Так что. Ну кто говорит так? То есть я не думаю уже, что Diamond. Я раньше. Да что здесь даун? Я свой. Батальона. ВВО. 2 кило обратно. Да ладно, 8. Реально 8 единиц, ни хрена себе. О, нормально, я тоже пофулюсь, ага. Насрать, что на меня будут жаловаться. Главное сейчас прокачать будет скиллы. Звание. Ледовой. Собственно говоря, Анатолий. А ты кто такой? Ты сам рядовой. Сейчас крысить будет в рацию. Вот и нахрена. Он спрашивал. Конченый даун. Фулимся. Да ладно. Да ладно. Ну ладно, не буду. Так, да чё так? Да сидит в... Ну ладно, ладно. 92 патрона, нормально. Сейчас еще главное, короче, тут никто, чтоб... Ой, шамали, ну все, короче. Так, генерала 10 килограмм. Так, сейчас я типа зайду сюда, чтобы никто не увидел, в общем. Так, мейк. Мейган. 2,90. Все. Все, теперь нормально. Много патронов. Ну-ка, вот смотрите, давайте улучшения посмотрим. Полная экипировка. Вот что? Это типа все оружия будут оставаться. 17 уровень. Тут надо столько задротить. Это капец, это столько часов. Это, в общем, не скоро. Так, мастер вождения с 15. Рюкзак с 11. Ничего себе вообще-то. А что это вот решительность? Подождите, подождите. Улучшение. Информация. Выносливость. А, так это... Ой, все, это ясно. Решительность. Так это 8-й, что ли, левел надо жать? Ни хрена. Ладно. Выдвигаясь на базу. Ну давай, шуруй. Ну, металл можно, в принципе, повозить. Так-то уж. Черт подери. А где, кстати, так, бронежилет сейчас я вам покажу, где брать. Короче, год тоже, ребят, ВВС. Во, получение брони. Так, металл. Ну и, в принципе, видите, на постах тут мало... Ну, нет, вон какой-то дурачок стоит зачем-то. Но я не буду. Ой, говно, султан. Такой стандартный тюнинг. Нуба тюнинг, причем желтый вот эти колеса. Ну, короче, говно полное, обоссать мало. Так, вот для металла. Так, сразу со скриншотиками тогда. Так. Что надо-то? Ну, вообще, нахер этот металл, слушайте, не. Не хочу. Ну, в общем, сейчас впадло вообще все делать, на самом-то деле. ВВГ, что за ВВГ? Вот этот Томми, это у нас он? Флэпс Джек, закрылки Джек, вот это ник. Разрешите. Разрешите. Фу. Что, да уж. Опа. Так ты скринь хотя бы, дурачок, зачем просто так пишешь? Хотя в цену 6-0 пишу. Конченый тоже какой-то кретин. Так, ну в общем... Тьфу. В общем, пишите в комментариях, если вам нравится, что мы пошли на блу. Ну, вот, кстати, аннигилятор, это ж вообще жесть. Читерское дерьмище. Почему его не убрали? Я хотел, чтобы обновилось. Мозг обновился, чтоб. Так это не получится уже. Мне-то пофф. Ему-то пофф. Чё-то. Пофф. Вот как? Я понимаю, если бы он написал мне-то поз. Ну, типа, пох, да? Но если... А, это типа пофиг так пишут грамотные люди. Ладно. Ну, в общем, не будем, да, придираться, а то безграмотных людей это очень сильно бесит, что я как бы придираюсь ко всем с грамотностью.
Так. В общем, не будем никого оскорблять. Ну, оскорблять смешное слово. Ну ладно. Всё. Проехали. Так. Даже не знаю, что делать. Ну, поехали в казино, что ли. Пофанимся. Ой-ой, главное не взорваться сейчас. Но это у меня получится. Я имею в виду, не взорваться у меня получится, слава богу. И, конечно, народу русскому тоже слава. Так. За нарушение. Да. Норму брать самостоятельный. Да ладно. Какой кошмар. С 4.01.2015. Это что за дерьмо? Это кто приказан? Кому в руки нассать? Кто такое дерьмо придумал, реально? Так, ну казино где-то здесь, в общем, поедем туда. Air Force. Вот это, кстати, мне очень сильно не нравится, потому что тут рации очень дерьмовые. Ну, вот не сам там цвет и так далее, то есть не админы виноваты, а лидеры, эти даунские звания, то есть не звания, а подразделения, это просто кошмар. Я даже не знаю, кто я сейчас, то ВБО там, то Air Force какой-то, ну, в общем, полный бред, я считаю, они сделали, ну, то есть вообще, металловозки. Так. В общем, вот здесь вот уже казино где-то сейчас будет. Да, вот оно. Так, вот сюда нам не надо, а вот в кости сыграть можно и выиграть 100 тысяч долларов. 327 человек, правда, я боюсь 5 тысяч. Не, все нормально, тут крупье там все дела. О, 100к с этим Кристофером, так, дайс. 190, 100, 1, 2, 3. Сильно играть не будем. Ой, даун. Вот мразь, он багает. Но на РП-казино это уже не помогает, кстати, тупой даун. Видите, он типа прыгает. Да какой тысяча-то даун, нет? Ой, ну извините, что так долго даунов. Вот смотрите, падает. Вот мразь, а. Вот так вот. Да какой тупой даун. Ой, ну извините. Вы предложили, какая ставка на? Мразь. Миша Минрой. Давай, Миш. Да. Вот падла, а? Вот просто мразь. Ну, нет, это баг этот не работает. Я уверен. Вот смотрите, сейчас я ничего не буду делать и выиграю. Ну, когда-нибудь. Да что же за говнище-то, а? Вот мразь, и сразу слинял, просрал я 500к. В общем-то, казино это не очень. Но реально, этот баг не помогает, вот сволочь. Гостоп какой. Так, дайс. 414. Ну? Ну ты мразь, что ли, нет? Какой другой? Да ё-моё. Эй, чмари. Да... Что-то вообще сегодня не везет. А, не 500, 400 тысяч я просрал, но... Да господи, может мне уже пора уйти отсюда? Ну не, по-любому я сейчас не уйду пока. Тупая мразь. Что за бред-то, лоу? Просто не везет, сильно не везет. Ну ладно, хотя бы по 1к. Ну. Да, ну вот, видите, выиграл я все-таки. 4к. Вот, то есть сейчас серия, типа, побед вошла. Вообще, даунская на самом деле. Ну я понимаю, что рандом, но отстойный рандом на самом деле. Вот, теперь я выиграю, то есть, ну и потом вот. Все время, в общем, такое дерьмо. Игра закончилась, ничего. Ну, на 100к я хочу сыграть.
В общем, ладно, смысл тут. Все, уже ушел этот мразь, который выиграл 400к у меня. В общем, сейчас я пойду в однорогового бандита. Мне повезло там уже один раз. Я выиграл больше 3 миллионов. То есть казино это нормальная штука на самом деле, если долго играть. То есть весенний здесь никакого нет. А, стоп, это... Ой, господи, не то казино. Бог мой, куда я зашел? Ой. Так. Ну, что же делать-то? Жетоны 55. Репорт он написал, кошмар. А, репорт, репорт. Ну-ка, вот, может, ты мразота? Дайс 258. Зассал? Зассал. А, нет. Ой, опять я проиграл. Господи. Просто опять вот серия поражений. Реально сейчас лям простроить так. И выходит, мразь! Ладно. Миша, малаша, давай иди сюда. Ой, крупье прямо, ага. Во, нормально. Да блин, а? Ну нет, вот все, до 6 миллионов играю. Если сейчас 300к просроешь, то... Все. Ну ты чё? Ну, да блин, а, ну лол. Ну что такое-то? Так. Почему по очереди? Да что ж ты будешь делать-то? Сейчас ведь уйдут все они, мрази. Да ёлки-палки, отстань ты, бомж. А, вот, опять. Ничья. Да господи. Вообще, лучше сюда вообще просто не ходить. Вот есть у вас там 5к, все, не надо уж, реально. Ну, господи. Сейчас я просто, ну блин. Вот я не могу понять вообще, как работает казино. Но по-любому не рандом, потому что... Ай! Это как кошмар просто. Так. Надо главное вовремя уйти, вот как вот эти вот все уходят. Кретины. Ну пипец, слил 900к. Мрази, а. Так. Так. Вот мразота, видите, ходит, ходит, падла. А, ну нет, ну хрен знает. Может, он просто так ходит, конечно, но... Были, да, действительно, баги такие на Advance, но сейчас это все, это так, чисто они. Самовнушение, так сказать. Ну и вот как бы вот такой вот бред. То есть... 6 миллионов 400. И сейчас я эти все спущу опять до 6 миллионов 100к. Так всегда, потому что реально. То есть, ну не знаю, тут баланс какой-то, ну... В общем, лучше реально сюда не приходить, но один раз в году такой. Мама деньги, если надо, отдала, можно позволить. Приседать тоже это не помогает. Вот это вот мразота, походу, приседать. Ты что? А, ну ладно. И смысл? Как, вот что за... Давай просто, либо ты предлагай, либо я. А, и опять ничего. Да господи, что за бред? Най. Видите, то есть 6200, и вот все время так, то есть. Поднять тут просто Unreal. Кидай. 100к фаст. Кому там 100к? Фаст. Дайс. 8-6. Так, ну вот сейчас. В общем, надо как бы...
у разных людей играть. И только вот так вот можно реально намного подняться. Это я вам, конечно, говно совет на самом деле даю. Я сам не знаю, по какому принципу это дерьмо все работает. Вообще зря я пошел, я жалею. Вот сейчас, как мне поднять сейчас 700к? 700 это сраных рублей ведь, если донат. Мразь, 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 мразь. Ну давай, ну я ж... Господи, боже мой. Ну давайте с этим. Да, 114. Ну и это нормально вообще, то, что они делают. А, ту-ду-ду-ду. Ну опять ничья, ну. Что такое? Долгую гон. Ну давай, давай, давай. Ну что, ну. Меня кинули, мрази. А, вот, нет. Так, дайс. 104. Да к чему все эти РП, господи? Мразь, просто мразь. Ну и падла, давай. Все, вот теперь можешь идти куда хочешь. А, все уже. Ну ладно, стой, стой! А, падла. Где вот эта вот мразь будет на 150? Ой, на 100, то есть. Да какой ты даун, что ли? Легкие деньги. Почему это? Ну, падла. Я тоже хочу с тобой сыграть, давай. С фаста. Ладно, сейчас, в общем, я знаю, как это все сделать, так. Май, мразь, давай. Уйди, сам уйди. Ой, нормально. Уйди, транслитер ссаный. Ладно, ладно, ладно. Падла. О, ура. Нормально. Вот давай теперь с ним играй. Да чё? Да. Офнись. Чмо. Падла. Кеннис, тупой. Петушок, а. Сыкливая мразь. Ясно все. Предлагай. Нормально. А, ну да, я же пообещал. Ой, падла. Миша. 30к, да это не деньги. 30к это не... Ну, мразь. Давай, ну. О. Вот не падла, а ну падла. Нет, ты примешь. Мразь. Вот, смотрите, ходит и как бы... Да, ну... А, нет, ладно. Куплю временно, что? А, времянку 200к. Ой, падла, ну давай. Реши предлагай. Бомбит. Бомбит. Ну вообще, если бы сейчас фрапса не было, то я бы мог его пристрелить тут. Но нет, я шучу, конечно. Ну слили, короче, мы 600к, поэтому не ходите реально в казино, это бред. Как бы я не знаю, чего тут так. О, нормально. Еще можно? А, нет. Ну давай, ну. Ладно, сбил бы сейчас, ну ладно. Сколько ж можно-то? Мразь. Давай, одну игру фастом. Падла. Ну, в общем, ладно, всем спасибо за просмотр. Вот такие вот мрази могут сыграть. То есть тут выигрывают сначала у вас серию. Потом вы, ну, как только вы там, да, начинаете выигрывать, все. Сразу сливаются. И вот, в общем, остерегайтесь петушков, не ходите вот сюда. Ой, никогда в жизни. Плюс я сейчас не было, ничего такого не было.
В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Кова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на сервер, RP будет в описании, указывайте ему ник при регистрации, указывайте фамилию при регистрации. Всем пока.